Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мне тут задали вопрос, как работать в проекте на диване. Вот я вчера в него зашла, это бонусник, где нам на полном пассиве начинает майниться денежка. Значит, объясняю. Регистрация. Вводите свой Payeer кошелек. Далее капчу четырехзначную вставляете, нажимаете «Войти», ну или «Зарегистрироваться». И вы попадаете к себе в кабинет. Нажимаю «Кабинет», где у вас на полном пассиве начинается вот здесь капать, майнится денежка. Без вложений. Понимаете? Значит, если вы хотите увеличить скорость, то нужно пополнить баланс. Вот у вас при регистрации вот этот бонус есть. Плюс 0. Точка, вот тут столько нулей. И у вас из, ну, на бонусные денежки майнится без вложений как бы копеечка. Набегает 1 рубль. Это, конечно, не так быстро, как с вложениями, но все-таки без вложений. Ставите на вывод. Я, ну, вчера я смотрела, вроде как заглушек нет. Я не знаю, я пополнила на сумму 30 рублей без фанатизма. Да? Вот. Как бы, ну и вот, что, в принципе, и все по регистрации. Ну а и, как я уже сказала, если вы захотите увеличить скорость, минимальный вклад, рубль, минимальный депозит. Вот здесь есть статистика, конечно же, тоже. Так, покупка скорости, кабинет, вывод, история сотрудников. Так, это не... Ага, операции. Вот это, наверное. Вот, последние 40 операций проекта. Ну вот, пополнение. От 1 рубля люди пополняют. Кто на сколько гораст. Ну и выводят некоторые. Кто, это уже кто скорость покупает. Ну да ладно, я же хочу что? Проверить этот проект на вывод. У меня на балансе 4,75. Естественно, но у меня еще сутки не прошли. Как бы я заходила. Дата пополнения 15.19. Сейчас 12.29. Ну, ничего страшного. Значит, что? Вывод. Минимальная сумма вывода составляет 1 рубль. Вот, 4,75. Так, у меня уже все тут как бы Payeer, кошелек. И сумма уже все по умолчанию. И что здесь? Вывод идет один раз в 24 часа. Раз в сутки. Ну что, нажимаю выплатить. Так. Ага, вот у меня баланс обнулился. Иду обратно в кабинет. Сейчас я зайду в кошелек и проверим вывод. Так, проект мне заплатил. Смотрите, 13 августа, 12.59. Время операции, типа, перевод выполнен. 4,75. Комментарий с проекта на диване. Проект платит. Все замечательно. Продолжаю работать. Ну а окупаемость здесь что? Окупаемость я вложила так. А вот за 6 дней окупаемость идет. Но у меня еще даже суток не прошло. На этом все. Есть группа ВКонтакте, Телеграм. Вот. Ну и вопросы-ответы можно почитать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!